Привет, короче, едем в Орле на отдых. Сейчас будем покупать что-нибудь такое, поесть по дороге. И там по дороге посмотрим, будем фиксировать, снимать на видео все как. Ну как будем отдыхать. Все, пошли. Давай. Что будем? Что будем? Все, я надел маску. Дальше. Да, давай. Маски кидай, мальчик. Маска. Маски нельзя. Сейчас быстро мы себя заберем, потом будем. Я не заслужу. Натуре. Что там? Неактивный. Давай, все это. Всем привет, я оператор. Да, да, оператор Магнатский. А, бывает. Да, мы получается, вот мы выезжаем из Астаны только. Мы там задержались, получается. Перед выездом всегда из Астаны есть блок, да. Типа как блокпоста. Он платная дорога, оттуда выезжаете. А, оплачивается дорога, ну как платная дорога получается, оплачивается как только при приезде, когда заезжаешь в Шучинск. Шучинск, по-моему. За Шучинск, не помню точно. Сейчас приедем, посмотрим, будем фиксировать, как проезжать, как будем заезжать. Ну, у нас на счету есть деньги, да? Деньги есть? Все закинем. Ага. Мы желательно закидываем заперед. Да, чтобы проехать, да, дорогу. Платная да. Дорога проехать. Алина, да, просто в очереди не будешь стоять, Леша. Получается. Да. Вот. Сзади это мой отец, мама. Да. Семейный отдых. Да. Пойдемте. Все, едем. Так, кто там? На заправку подъехали. Вот выехали из Астаны, короче. Вот это дизель, дизель. Нам дизель не нужен. Всем привет, короче. Я Абалайф, Багдадский, оператор. Вот мы на заправку сейчас подъехали. Получается. Откуда? Нет, свободных мест нету. Сейчас ждем. Сейчас выйду, покажу место. Откуда мы выехали? Место блокпоста. Блокпост или как можно сказать? Платная дорога. Мы выехали на платную дорогу. Сразу метров где-то через 100 появилась заправка. Точнее, у меня бак заканчивается. Вот. Сейчас я. Что там? Да, короче, там на камере я не снимаю. Водителя ребенка взял вперед, хотел посмотреть и зафиксировать. Это странно, да, мы едем по автобану, как водители, да, минимум ехать едут. 120-130 километров в час, да. Там водители едут минимум как 120-130 километров в час, да, вот думаю, да. Ну ладно вам, уверен в себе. А вдруг какой-то дебил появится, ну, на дороге, это же дорога, а дебилов-то много на дорогах. А ребенка, думаю, не жалко, да, вот, блин. Свой же ребенок, а был бы чужой, ладно, сказал, блин, чей-то ребенок, ладно, не жалко, там. Не-не, камруха. Не-не, синего цвета какой-то. Водитель прям перед собой держит, блин, а вдруг ребенок, блин, заденет руль, да, вот. Мало ли, ты на такой скорости едешь, и вдруг заденет тебя, блин. И ты не справишься с управлением. Ладно, ты пристегнут, а ребенок-то нет, наверное. Навряд ли он перед, ну, возле, ну, перед водителем сидит, он как может пристегнуться, да?
Ребят, дебилизм, думаю, вечный. Сейчас вот хотел обогнать там за Сирию посмотреть. Вообще это нормально, нет? Видно, нет? Щучинске. Первая, вторая, по-моему, заранее то, что оплачивается. Вот, должно сейчас высветиться. Да, 1150 тенге осталось на счету. Все, едем дальше. Платную дорогу проехали. Дальше. Все, проехали платную дорогу. Со счета сняли. Остался 1150 тенге, кажется, по-моему. Если не ошибаюсь. Вот, дальше едем. Тут есть старые ГАИ, там желательно, чтобы проехать километр где-то 40. Обычно там патрульки стоят. Там бывают подкаты. Да, там бывают, как-то меня тормознули, типа сказал ГАИшник, что я делал подкат. Вон он, если видите, ну, такой сзади стоит трюк, как пирамида. Вот там типа ГАИшники стоят, периодически стреляют. И желательно здесь проехать как бы минимально, как бы, да, вот. Как сказать, или максимально медленно, желательно, тихо, мирно, вот. Вот проезжаем, вроде бы тишина, никого нет, все нормально, вроде можно проезжать. Подкаты не будет. Да, покажется, никто не будет там. Ну, это типа тут раньше был блокпост, ГАИ, сейчас нету, убрали. Ну, по-любому тут стояли, стреляли. Все, да, едем дальше. Теперь пункт назначения, что, Боровое, да, следующая остановка, Боровое. В общем, недалеко от Щучинска, вот почти в Щучинск заезжаем, остановились здесь, арбузы продают, идем смотреть. Салам алейкум. Что стоит? Килограмм. А что там? Жир. Жир. Что жир? А вам забрал? А? Да. Что мы с ним? Давай. А мы брали кинди, он там до пресс пожарсин. Заезжаю в город Щучинск, дальше Боровое. В общем, здесь вот остановились, вот арбуз продают и дыню. Так, дыня стоит здесь. Так, дыня стоит 300 тенге килограмм. А арбуз 150 тенге за килограмм. Сейчас будем брать арбуз. Так, посмотрели. Нормальный там, красненький такой. Спелый. Сочный. Арбуз. Будем брать его.
по пути. Не по пути, в самом Боровом был. Алина, что хочешь на крыше, да, поехать? На крыше хочешь, да, пань? Волосы мытые. Не мытые. Надо только причесать. Серёга. Да. О нет, он этот. Дыню взял и арбуз обе. Арбуз, дыня. И что общее получилось? Где-то 4, по-моему. 4 тысячи? Да. Этот получился где-то 1800. Ага. И... Арбуз? 1700, по-моему, да, 1800, ну, примерно так. Сколько общий грыш? Блин, вот посчитай, по-моему, 1800 или 1700, или 1800, то есть. Ну, да, 4000. Грубо посчитай, да. 4000, примерно 4000, да. Не считаю. Да, за***ки приехали, короче. Ну, когда заезжали, купили арбуз, дыню, короче. А вот теперь сейчас по улице едем. Вот карта, навигатор стоит у нас. Направляет, куда нам ехать. Да, едем в Боровую, внутри Щучинского города. Где-то 10-15 километров между Боровым и Щучинском. Щучинск тоже красивый город, можно посмотреть там. Если на обратном пути, пока у нас цель только ехать в Боровую, а на обратном пути, как бы, если не устанем, если будет все нормально, можно посмотреть, заехать. Здесь парки есть, тоже свои скверы. Динопарк здесь по трассе еще есть. Ну, по дороге, точнее, вот проехали только что, с левой стороны была. На обратном можно будет посмотреть ее. Да, вот пока едем, сейчас должен найти, надо еще магазин какой-нибудь. Там купить еще воды, там что-нибудь еще такое. Вот, там посмотрим дальше. Вот, вот, вот. Вот слева, смотрите, парк красивый, вот он. Не знаю, что за парк, вот красиво слева, вот там. Вошел, не знаю, в кадр, вот она, вот. Он где-то уже тянется километра два, этот парк. Такой Боровойский, там название стоит какое-то. Там красиво, с заборами все как положено. Короче, вот Боровая трасса, дорога. Тут, по идее, вот по карте разрешено 100 км в час, но тут, да, как бы поворотами дорога, желательно ехать, да, примерно где-то 50-40 км. Но есть, ну, такие, кто спешит прям Боровую, там едет, но 150 даже, по-моему, по этой дороге есть люди, которые едят так. Ну, у нас впереди, вот, как видите, нормально, колонна машин едет, около где-то 10 машин, если не больше, и примерно все едем. Там 40-50 километров. Ну, разрешено тут 100 километров в час, да, примерно. Вот так, зачем куда спешить, по-любому приехали. Если нормально приехали, куда спешить. Там смотри по сторонам, тут полно леса. Вот смотрите, с левой стороны, с правой стороны. Такой едешь, дорога классная, там не мучает никого, не надо. Вот едешь медленно, красиво, так. Можно здесь даже рекламу какую-нибудь снять для машины, если у вас машина, или едете по две машины, там держишься около сзади где-то 100 метров примерно, как сейчас, вот как мы держимся. И с левой стороны чуть обгон, это показать машину, прям классная дорога. И сторона... Плавная дорога. Левая сторона лесом такой, типа едешь. Красиво, воздух приятный, тут, знаете, все зеленое, едешь. И очень-очень красиво, там оператор сейчас левый чуть берет, ну, вот так примерно будет классно, по-моему, да, видно все, типа как едет. Там, например, я сейчас передо мной едет Санек 01, да, Станинский, можно про него рекламу снять, сказать, ну, как он плавно движется, красиво движется, да, вот за ним я еду, он налево хочет повернуть, прям, ну,
Санём красиво поворачивается, я его обгоняю, можно было снять сбоку, но ладно, если с этим Санёнгом. Давайте впереди так. Ну вот с левой стороны кто-то какой-то, блин, не знаю, Шумахер обгоняет всех. Вон он, человек дорог. Срёт. Да, там человек какой-то, ну это уже природа, люди такие все, да, вот. Везде приходят и срут сразу, жесть. Там и красивую природу, да, вот. Ну вот, вот дебил вот обогнал, вот, да, вот, можно было ехать медленно, куда спешить, да, вот, кто-то уже обгон запрещен, кто-то сзади еще хочет обогнать кого-то, блин, зачем вот, едь медленно, плавно, красиво, и также приехали, по-любому приехали, здесь вы по-любому будете отдыхать, ну, спешить куда там, да, нормально, плавно, вот, едешь, никого не обгоняешь, никому не мешаешь, никто тебе не мешает. Затор не устраиваешь, ну некоторые если подумают, что типа он затор устраивает, нет, там нет никого, чтобы так, просто эти люди сами так, не знаю, куда-то спешат, вот смотрите, сплошная стоит, а он куда-то спешит, ладно, здесь уже прерывистая дорога идет, ну зачем, куда спешит, езжай вот за ним, он же затор не устраивает, перед ним машины едет, езжай, все нормально, смотри по сторонам, красиво, блин, все окей. Держи, вот, вон, смотри, вот машина едет еще с левой стороны, а если в обгон вышел кто-нибудь, да, вот, зачем, да, вот. Через встречку, да, Ты, блин, тут, а, ты там не выиграешь время, если что-нибудь случится, да, не дай Аллах, там еще что-нибудь, да. Ты время не выиграешь, наоборот, потеряешь, настроение уйдет, все, говно. Даже если кого-то сейчас подрезать, и он вдруг не даст тебе дорогу, да, и начнет тут на дороге устраивать всякую фигню, да, он. Опа, потеряйте время, настрой, желание от, для отдыха. Лучше ехать так для себя, по-любому ты же на отдых едешь, а не устраивать там какую-то разборку, да? Вот, Буровая. Заезжаем Буровая, вот люди фоткаются. На обратном пути, что ли, надо было тоже. А, это лозунг поменять. Да. Там другой был, по идее, да? Да. В прошлом году. С лесом что-то. Да, с лесом что-то. А, в прошлом году другое было. Если что, там слева на фото поставим. Какой раньше ну, был? Если что там много, если что там добавляем, если да. Что. Да, если это заметили, сзади. Если что. Да, это сзади, который комментатор второй. Да, если что. Писался который. Да, обычно если... всегда он так, ну. Встревается, если да. Что. Все еще встревается. Да, это слово добавлять, если что. Просто чтобы добавить, если что, это слово, чтобы если что вы знали, это если что. Опа. Это близко, да, если что. Да, вот едем, едем. Тут с левой стороны какие-то гостиницы, да? Гостиницы да. Слева, мы справа в прошлом году парковка. В этом гостинице отдыхали. Да, в этом прошлом. В этом году, наверное, в гостиницах не будем. По-моему, в этом году мы взяли палатки. Там, будем там, короче, туристами. Дикий, да. Дикарями приехали мы в этом году. Так смотрим, все вроде нормально. Да, люди уже отдыхают. Это, походу, с левой стороны, это частные... А? Как говорится, частный пляж, да. Она закрыта, походу. Да. X5 едет карагандинский. Ну, Нердевит. Там впереди пробка небольшая стоит. С левой стороны дикая, это уже дикая начинается, походу, пляж. А, да. Вот, люди отдыхают слева, вот купаются, вот слева, вот. Да, вот люди купаются. Это, по-моему, дикий пляж, да? И, по-моему, здесь запрет стоит еще, да? Карантин, доступ к пляжу, типа, нельзя, вот там надпись стоит всякая. Люди купаются. Вроде бы карантин, по идее, смягчили уже, говорят, 31 августа уже вообще карантин уберут. Ну, точно не знаю, там у нас слева отдых. Там же это место надо. Впереди парковка. А, здесь пробка у нас какая-то, не знаю, зато какой-то стоит. Ну, наверное, те, кто спешил прям сюда приехать, там дофига машин. Ну. Он, вот люди здесь окупаются с левой стороны. Да, да, вот. Так, впереди затор. Там скопление машин примерно 100. Пробка будет, долго будет. Это можно и покупаться, пока пробка этот. Да, можно с левой стороны в воду зайти, заплыть там, если что. Я не знаю, мы здесь стоим, впереди еще затор есть. Какой-то, походу, фура, только что фура первая проехала, первая. Походу, она развернулась, или я не знаю, что она делала. Из-за этого мы все остановились, стояли, вот, ну, видите, все машины впереди, вот, очень много машин, но так неудобно так показывать, да, вот.
Но впереди очень много машин. Походу фура устроила затор. Видите ли, вот водители оставили, ну, на дорогах машины свои оставляют. А такая узкая дорога, ну, в данный момент уже узкая, а так, по идее, она не узкая машина. Ну, вмещаются, фура могла бы спокойно вместиться, но получается просто люди оставляют машины на дорогах и неудобно. Да, ну, не если так, так, ребят, подумать, да, вот, может кто-то задеет, да, твою машину. Походу людям не жалко, да, лишь бы искупаться, да, и все, как я понял, да. Красиво. Да, подумайте, вот, если фура не вместилась, она по-любому какую-нибудь машину бы задела бы, да. А если задеет, то он уедет, но он же по-любому должен же задеть, он же выехать должен, затор устроил по-любому, как бы, да, вот. Смотрите, вот, сколько машин мы видим, они с левой стороны, вот. Тут хотя бы у нас вот справа, хотя машин сейчас никто не оставлял, ну, убрали, точнее, я не знаю. А вот слева они стоят на, по две полосы, считай. Одна левая стоит, а другая вот проезжает. Вот здесь тоже, вот смотрите. Ну, мне предлагают тоже где-то здесь оставить и пойти покупаться, а я не хочу оставлять здесь машину. Вот. Можно, думаю, где-то найти парковку, да, вот, даже если будет платно, лучше на парковку поставить, спокойной душой сходить там, искупаться, пройтись метров 100, даже если километр можно, нужно будет пройти, я готов пройти, но оставить машину где-то удобно. Сейчас, ну, людей много, за рулем обычно, здесь девушки, женщины. Я против ничего не имею, да, женского пола, но, ну, не доверяю, боюсь. А могут они задеть, машину потом придется самому ремонтировать, потому что ты оставил на дороге машину, это твоя вина лично, я так думаю. Если ты оставляешь машину на дороге, значит, твоя вина. Тут никто не виноват, нельзя искать крайнего. Ну, если ты сломался, да, это уже повод, как бы, другой уже. Ну да, ты сломался там, ну, что поделаешь. Здесь парковка, сейчас посмотрим. Хрен за парковку есть? Вот боровой знак, да, вот типа красиво написано буквами большими. А, главная дорога у нас, здесь кольцевая, мы налево заворачиваем. Главное у нас, эй, народ, тормозите. Вот, направо теперь. Здесь, по идее, много парковок. Ну, не знаю, раньше были бесплатные, сейчас они навряд ли бесплатные уже. Сезон, как бы, да, заканчивается, наверное, бабки будут делать, все деньги делают. Вот, сейчас где-нибудь остановимся. Сходим на пляж. Искупаться. Тут-то, блин, я все парковки заняты, как бы, да. Ну, это наш, как говорится, мини-Майами, да, Боровой. Ну, или не знаю, как можно еще назвать. Тут людей много, сезон. Уже конец сентября, сезон заканчивается уже. По идее, в этом году и сезон... конец августа, да, начало будет сентября. Ошибся, извините. Да. Да, вас Бог тебя прости. Вон, качок идет, ты видишь? Качок. О, вот, пожалуйста. Заново. Алдаш. Смотрите. Вот. Идем, короче, этот парк. Точнее, пляж. Давай. Вот, идем, короче, в дикий пляж. Этот, как его там? Ну да, дикий пляж, по идее. Так и называется, по-моему. Вот здесь парк, типа, с левой стороны кафешки какие-то. Ну, там люди отдыхают, но кто хочет поесть. Справа там платные машинки для детей. Платные машинки для детей справа, вот. А, прямо идем, там озеро. Прямо идем, прямо направляем уже. Там озеро. Там есть и платные пляжи. Угу. Вот. Тут я не знаю. Ницримс. Тут вот смотрите, типа как шатра или что-то такое, круглое. А внутри дети играют, машинки. Ну, платные, наверное, машинки. Там, не знаю, полчаса, наверное, или 10 минут, там, по 500 тенге. Ну, наверное, стандартно, думаю, так. Ну, нам желательно пойти в пляж. Нам не нужно, у нас нет. Вот, смотрите, здесь люди сидят, отдыхают. Тут дерево, да, вот. Можно поесть тут-то, вот. Поесть. Вот, слева и справа люди отдыхают, сидят, едят на пляже. Дикий пляж. Вот здесь и там, оттуда. Вот, короче, мы уже на пляже находимся. И камера в борту. Вин, камера в борту, да. Вот пляже находимся, будем все фиксировать все. И вот на пляже люди отдыхают. Сейчас будет фото. Фото, давай. Пойдем сюда. Давай пойдем.
потом. Это дикий пляж. Ничего, Симба. Зафиксируешь. Фиксация. Фиксация, нет? А? Зафиксируешь, нет? Ой, народа много. Это пол пляжа еще. У нас позади нас еще есть пляж. Есть еще и платные пляжи. Есть гостиничные пляжи. Короче, пляж дохрена. Да, брат. Да, еще что там? А? Еще? Есть. Звук может чуть-чуть не доходить, конечно. Да. Ну, вот тут людей много. Да, из-за шума. Да. Да, каждая компания по-своему ставит музыку. Да. Кайфую. Все на отдыхе. Отдыхаем. Да. Это число, фиксируй число. Да, буду. Вон там есть, короче, батуты впереди. Да, вон там впереди есть батуты. Батуты? Да. Батут. Может спросить, сколько стоит. Можно, в принципе, можно туда подойти и там посмотреть. Но сейчас, бля, желательно хотел бы просто зайти, оценить воду, как будет, холодная вода. Получается, почти две недели было прохладно. Сейчас вода, наверное, тоже будет прохладно. Сегодня и вчера была. Так погода хорошая, в принципе, нормально. Вот. На пляже все девушки, парни, вот, очень красивые, все ходят. Вон там девушка танцует. Красиво танцует. Дальше. Тут люди дофигна. Вон там девушка. Они увидели. Очень много людей. Мы по песку идем сейчас. Объебашки, блядь, девушек похоже. По кайфу. Кайфу, поварная разнородная. Вот такой чисто песок классный, вообще песок вообще красиво. Тут вот он. Мы не по воде идем, а по песку идем, в принципе, да. Воду можно сейчас оценить там. Да, вода тоже нормальная. Песок тоже чистый. Так красиво все. Идем. Людей много. Очень много. Вот подряд можно посмотреть вот так. Очень много людей. Это получается еще половина. Половина, как бы, да? Это еще половина. А там... Там еще одна половина есть. Вон он, батут есть туда. Батут. На батуте тоже надо попробовать. В принципе, да? Вода там. Вон он, солнце светит. Очень-таки ничего. Все ходят. У кого, так скажу, да, у кого фигура нормальная, все ходят, бля, без одежды. А у кого фигура ебанутая, все в одежде. В принципе, так и есть. Задолбался свою камеру. Оператор. Thank you.
Что там скажешь, погоду? Погода класс, вода холодная. А? Прям в эту жару, бля, самое то, короче. Искупались, все нормально, все окей. Тема, да? Да, тема. Люди отдыхают, да, потому что, видите же. Люди отдыхают, в катамаранах ездят, загорают. Все загорают. Да, природа есть природа, отдыхать больше надо. Здесь платно. А? Здесь платно. Разницы нет, я платно. Не знаю, дикий пляж. Ну, вообще пляж. Не чувствуется. Все равно надо спросить, да, что почему. Да, да, подойти. Сейчас хоть чуть позже, наверное. А? Чуть только спукаемся. Все круто, конечно. Меня там по-любому не слышно. Не слышно. По-любому не слышно. Что я скажешь? Я, конечно, там смонтируешь, когда фото уберешь мои. Ты же на фото, на видео снимаешь. Сейчас, да. Когда будешь монтировать, снимешь. Какой трюк можно сделать, Владимир? Здесь? Я без понятия. Что можно сделать? Ехала. Мы же приехали где-то примерно час, да, прошло? Да. Примерно час прошло. Полтора, по-моему. Покушали? Кто в магазине взяли, который вот пакетик? Да, мы на дороге не ели, получается. По-легкому как бы закусили. Да, прилично закусили. Дыхаем вот. Вода очень... Она... Вы чистая, просто песком. Вы сюда не смотрите. Вы сюда не смотрите, получается. Вот сюда не смотрите, сюда смотрите. Да. Да. Этот. Он туда, здесь я не обязательно сюда смотреть, да? Это сюда не обязательно. А надо сюда смотреть, хорошо? Вот, вот, вот сюда. Вот, вот, вот. Он, по идее, он здесь, он что-то вам объясняет. А я вижу, вы сюда смотрите. Я чувствую, что вы сюда смотрите, а надо смотреть сюда. Он вам там старается объяснить о погоде, как тут отдыхается, но здесь я. Да, здесь я видно очень хорошо. Тут, а, вот, да. Я, как бы, вы не подумайте, да, вот. Я вот, он собирается вам что-то объяснять. Вы слышите, да? Да, а я вижу, вы другое место смотрите. Я чувствую, потому что я туда не смотрю. Вода изначально холодная. Да, вода. Изначально. Да. Нырнули в воду, считай, вода уже по-другому. Да, по-другому. Считай, не чувствуешь холода. Да, вообще не чувствуешь холода. Вода, да, вообще, топливо. Вообще зашибись, да, вот. Там, вот. Там вообще огонь, да, вот. Прохладно тут, вообще, вот, тема, вот, да, вот. Он говорит вам что-то, объясняет, да, вот. Ну, поправлять здесь, да, погоду надо поправлять, ну, вы все знаете, да, вот. Ну, надо, понимаете, поправлять погоду надо. Ну, как без тут, без... А ты уже ушел, да? Я объясняю твои слова, да? Я объясняю твои слова. Вот, Аташка с немережкой. О, крутая немережка. По-русски я не знаю, да, не могу сказать. Зато внучки буровой. Урабай, Алинабай, купаемся в
Бурабай. Да, получается, историк делает. А? Историю для Инстаграма. Инстаграма? А ты уже это фиксируешь, да? Да. Ну, сидим на пляже, песок. Ну, как бы больше здесь не песка, а камня много, если честно. Ну да, пляж. Круто, да? Сидишь на пляже, отдыхаешь, смотришь, солнце светит, хочешь, заходишь на озеро. Все круто. Отдыхаем. Так, да? Конец августа, но погода как в июне, даже в июле. 28-30 градусов, по-моему, да? Вот, когда мы ехали, было около 30, сейчас, наверное, ближе к вечеру будет где-то 20-25, ближе к ночи где-то 19, наверное, будет. Примерно так будет погода сейчас. А сейчас примерно, наверное, уже где-то градусов 28, наверное. Когда мы ехали, примерно было где-то плюс 30 где-то, да, 30 градусов было. Вот мы приехали, около где-то полтора часа мы уже находимся в Орлове, где-то полчаса уже находимся на озере, купаемся на пляже, загораем, отдыхаем. Ну что там, что сказать, приезжайте. Главное, что тут получается, чтобы было на бензин, да, приехал, искупался по парку сейчас, ну, ближе к 8, надо, к 9 будем к пляжу подходить, там пляжи будем, точнее, как пляж, парк Боровой, это центральный парк, там посмотрим, прогуляемся, что да как. Да, в принципе, вот так, да. Приезжайте, пожалуйста. Так, здесь вот такая кафешка. Здесь вот дома. Домик. Вот такая тропинка. Памятник Аблайхану. Кстати, там есть этот камень еще, трон Аблайхана. При входе сюда человека считают по 200 тенге. 200 ма? Да, 200 с чем-то копейки. Так, вот монумент. Да? Поехали. Там этот есть речка. Да, вот такие вот цветы растут, кстати, еще. Да, красивые. Да. Тут поосторожнее, нет гранды. Не поняли, да? Здесь есть... Парк. Парк это. Более такая... Тропинка. Олени. Да. Можно одну часть здесь, наверное, хватит оленей. Как живые, да, если покрасить. Тут еще один памятник. Сколько, конечно. Памятник. Леса. Орман сақтысы. Қалайтын леса, не? Орман сақтысы. Это типа. Ну, вы поняли, короче.
Если не поняли, то прочитайте лучше. Здесь вот такие вот тропинки. Есть здесь, можно присесть, если вы встали. Воздух такой влажный. Такой, да? Да, влажный такой. Но под вечер уже чуть холодно. Одевайся потеплее. Прохладно. Прохладно, да. Здесь вот такая вот грязная вода. Можете помыться, лечебная. Вот такая вот грязная вода. Можете помыться, лечебная. Ага. И ночью будете светиться от счастья. Это продолжение грязной воды. Если там не смогли искупаться, можете сюда прийти. Так помыться. Да, можете попить еще. Говорят, лечебно. Вода прямо с той стороны, да? Да, с озера. Не подумайте, не с горы, с озера, по-моему, она все это течет. Так что можете смело пить тут. 100% моча. Как говорится. Да, это вот здесь вот течет. Такая. Да, ручейка. Красивая вот такая вот ручейка. Можете сполоснуться. Так, течет. Живая природа. Так. Мы так едем сейчас? Да, вот едем. По парку? По парку. Так, парк у нас длинный парк. И вот сейчас едем, получается, центр Боровой, по-моему, да? В парк, Заехали, да, вот? Вот едем туда. Сколько получилось там? Получается, въезд за человека 270 тенге, по-моему. 200 с копейками. Въезд это, Боровой центр, или как можно назвать? Парк. Парк, да, центральный парк Боровой, наверное, так называется. Получается, вот мы по ней едем сейчас. По ней, да, едем. Можно по пути остановиться в разных местах, сфоткаться, да. Там посмотреть пейзажи, но мы хотели бы, пока еще не поздно, там подняться на горы, где-то в центре еще раз пофоткаться там, если что. Вот получается, пока без остановки едем в центр, это около 10 километров, по-моему, или 15 примерно, плюс-минус 10-15 там. Дорога, как видите, хорошая, когда едешь, так приятно, горы, лес, на камеру, наверное, видно. Запах. Вода. Да, воздух приятный такой. Озеро. Атмосфера такая хорошая. Вот получается. Кажется, вот подъезжаем в центр. Или это не центр еще? Нет, по-моему, еще нет. Есть такая тропинка. Да. Вело и пешеходная. Может пройтись. Да. Людей, так скажем, много. Очень машин, много людей. Много. Да. Транспорт тоже. Итак, едем, как говорится, в соседнее село, на дискотеку. Так видно же, да? Рядом озеро. Вон он, дорога такая, да? Там. Камень, как его, или скала, или как там ее называют, в центре. Сюда ездят, сама достопримечательность. Боровое, да. Боровое. Сейчас не видно. Могли остановиться, там парковки нету. Да, паркануться. Люди вот так оставляют машину, как мы уже до этого обсуждали. В принципе. Все забиты парковки. Да, забитые, до отказа забиты, кажется. Где-то здесь есть свободное место. Давайте заедем, да? Или это платная парковка, если он узнает.